И если вам не нравится, вы можете всегда убрать. Что мне? Это же прозрачная краска. Это красный цвет, смотрите, это красный цвет. Но он не виден. Когда вы будете смешивать его с другими цветами, значит, с другими, тогда она будет разыгрываться. Когда они начнут смешиваться между собой, и все это будет связано. Я делаю все места, где нужно приблизительно. Здесь будет игра цвета своего. Игра света и свет. Если это был бы импрессионизм, мы бы это оставили вот так. Но так как это классическая работа, а так как это классическая работа, ее надо завершить до конца. В данный момент это лессировка, дополнительная лессировка. Spill the beans and tell us all about this project. This glazing is an additional solution. Блять, ёб твою мать, блядь. Я буду постепенно спускать, где я работаю. Это масло и ализарин из очень прозрачный. Значит, масло и ализарин кримсон. А я хочу, чтобы она переводила. Потому что у нас два языка идут, английский и русский. Вот самый интересный. Самый интересный вот здесь. Где будет я? Можно даже перейти на кресло немножко. You can even move to a chair a little.
очень прозрачным, очень прозрачным. Very transparent, very transparent. Можно перейти прямо на свитер. Можно перейти на свитер сюда. Дать прозрачность этому колориту. Переходите, не бойтесь, это все будет играть гармонию. Видите, я делаю пальцем, и здесь уже воздух. Это уже воздух. Можно перейти сюда, вот так. Не страшно. Вот так перейти. Прямо соединить, видите, все соединить. Смешивайте, смешивайте все. Можно вот так вот брать прямо на палец и вот так смешивать его, не надо бояться. Здесь уже есть, можно слегка даже перейти сюда. Осторожно, прямо на... Здесь можно вот так вот слегка брать. Я желаю счастья вам. Я бы хотел, чтоб на небе бескрайнем, как море, ярче всех звезд горела бы ваша звезда.
вытирайте, где будет свет. Они там будут волосики маленькие. Светлые тона, где будете наносить саму эту шерсть. Light colors where you will apply the wool itself. Эффект шубки. Эффект этой шубки будет видно. Вот здесь уже воздух идет. Смотрите, как я держу кисть, ребята. Вы знаете, многие спрашивают. Вы смотрите, как я поворачиваю, пальцем работаю. Люди, когда меня слушают и добиваются успеха, я радуюсь со своими учениками. Когда мои ученики добиваются успеха, я вместе с ними радуюсь. Потому что они показывают великолепные вещи, которые... И я восхищаюсь их талантом, который сидел в них. И я, как можно сказать, педагог, восхищаюсь и их талантом. Хочу, чтобы всегда у них было то, они добивались того, чего хотят в искусстве. Всегда они добивались того, что они хотят в искусстве, и продвижение вперед, что... Как может так получиться? Это не откуда, это кондиционер. Вот крессировка идет. Что такое рисировка, термин искусства, оно неправильно переводит. Значит, это называется рисировка. Прозрачная краска на краску. Вот сейчас она правильно переводит. Приблизительно я закончу. Значит, тряпочкой или салфеткой.
Через шахетку я вытираю все светлые места. Я вытираю светлые места, которые я буду, значит, наносить в саму структуру. Где я буду наносить саму структуру этой шубки. I will apply the very structure of this fur coat. Масло уже очень прозрачное, очень прозрачная лессировка, очень прозрачная лессировка. Вот так вот снимайте и вытирайте пальцы. Ну, слегка я хочу дать тоже. Пусть будет этот цвет. Не страшно, какой цвет делать. Никогда не страшно, как вы, что вы, какую структуру и какой цвет шубки вы дадите, не важно. Никогда не будете. Не делайте то, что, скажем, есть определенные на этой репродукции. Это я беру уже из репродукции, я же не приду. Реальная шубка. Это реальная шубка. A real joke is a real fur coat. Масло на палец. Finger oil. Man, it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town. And nothing else to do. One of those nights you wonder how nobody dies. You didn't come here to have fun. You said, well, I just came for you. The crossing one. Он пришел сюда не для того, чтобы развлечься. Ты хорошо сказал. Я просто пришел к тебе на вопросительном языке. Так, покажу снизу. Вот что зачихал. Вот что зачихал. Покажу эту часть тоже. But what about this part too?
хочу сделать эту же цвет. Эту же цвет хочу поставить сюда, совсем переходной. Масло на пальце. Если много, снимайте, но прозрачный зажжет. Передать воздух одновременно смешать. Ну, можно сделать вот так тоже. Вот таким образом. И снять. И снять здесь. Чтобы каждый волосик от шубки переходил сюда. Приятно наблюдать, что неделя имеет такую же скорость, как вчера. Каждый волосок от шубки будет переходить, и вы будете чувствовать. Every hair from a jump will pass. Воздух. Я думаю, все будет закончено. Я сделал один тон. Теперь мне надо перейти. Интересно, с чего начать? Значит, я хочу начать с правой, значит, с этой стороны. С левой стороны. Утираем кисть уже, все, она уже нам не нужна, эта кисть. Сейчас вы увидите, как смешивается. Я думаю, это будет очень быстро, наверное. Я не знаю. Попробуем. I think it will be very fast. Probably, I do not know.